адаптация к себе. По программе Trade-in скидка будет 230, да? Адаптация президента. Интересная девочка. Черный лак, подсветка. Меняется, да, она еще? Да, конечно, там цвет меняется. Mm-hmm. Ну, вот тоже небольшое отличие предыдущей комплектации, предмаксимальной. Mm-hmm. Там будет меньше выбор цветов, здесь выбор цветов лучше. Да, интересно. Дим, вон, смотри, сзади точно так же, как на 300-м. Сиденье. А, здесь же все сенсорное получается у него. Да, зачем платить больше, если ничего не отличается, да? Руль удобный. Вот это кожа, скорее всего, да, а здесь тоже? Сиденье тоже натуральное. Да. Ну, беспроводная зарядка есть. Телефончик положил, зарядил. Сенсор. Всегда будет тут такой заляпанный. Будешь ездить с тряпочкой чистить его. Сейчас перчаточный ящик вместе с амортизатором с этим опустился. Интересно. Панорама большая. А там отличается строчка будет другая, да? Там не будет строчки. А, не будет? Там просто, да, она как кожа. Бы это выделяется так прям вообще. Ну и еще одно отличие будет по музыке. Здесь идет Sony, а там другая там музыка. Там будет Аркан. А сколько динамиков у нее здесь? 6. 6 динамиков? Я думаю, больше будет. Раз, два, три, четыре. А, сзади там еще, наверное, 10. Дорожный просвет сколько у них меряется? 200. Здесь также как впереди, в принципе, обивка. Сиденье регулируется на салазках, вперед, да, назад. Да. Очень часто. Подлокотник идет. Сейчас за собой пойду. Где-то с... Ну да, нормально. Так, где расстояние от ноги? Обдув, подсветочка. Светодиодная. Панорама большая. Хорошая. Посмотреть надо его будет. Движение какое. На полном приводе едет. Фара задняя красивая тоже. Некоторые дверь, наверное, да? Тоже быстро открывается. Багажник тоже нормальный. Не шибко большой, литров, наверное, на 460, 500, наверное, да, здесь? Здесь 500, да. Ну и плюс каждый ряд сидений еще по 1000 литров. Угу. Так, а запаска у него здесь, да, идет? А, еще и третий ряд есть, что ли? Третий ряд, он все местный. А, вон он еще, еще третий ряд. Ах, я сиденье, да, отодвинул. Отсюда нельзя, да, будет? Нет, там видно, это, садится. Так, а как мы семером, так, допустим, теоретически сюда захотим попасть, это надо будет вперед там сдвигать. Так. Сиденье. И два. Но это небольшое расстояние, скорее всего. Прыгать. Ну, с детьми, получается, можно будет, да? Так, это что это у нас? Это из-за фикса? А, это складывание сидений как раз. Вон оно что. Рычажком здесь. Открыли сиденье, убрали. Ну, редко, наверное, кто пользуется этим третьим рядом, да? Я один раз пользовался за все время. Вот так вот. Двери массивные. Быстро закрывается. Да,
нормально так хлопнул. Сам по себе. 20-й колеса. Что за резина у нас? Макс Контакт. Надо записываться, да? Ну, небольшой анкет заполнить. Ну. Сенсор, получается, подогрев. Ну, здесь он. Сколько зон? Трех? Трех зон и климат. То есть две зоны регулируются здесь. Пассажиры на втором ряду самостоятельно регулируют, у них там есть. Вот. Греются сиденья спереди и второй ряд полностью тоже греется. Тоже сенсором управляется, да? Да, сиденья. Здесь сенсорный ключ. А, даже еще сопровождение идет. Да. Можно управлять как здесь, можно так и здесь. Все дублируется. Понятно. Интересно. Че? Можем ехать, да? Вот это что так за кнопочки на панели? Где? На дверях. Это не кнопочка, это сигнализирует. Если, допустим, параллельно едет автомобиль. Нет, если едет, да, автомобиль параллельно, и вы собираетесь открыть дверь, он его увидит и вам просигнализирует. А, это типа как слепые зоны, да? Только в дверях. На двери. Умно сделано. Сейчас. О, анимация. Вообще бомба, да? Анимация интересная, да. Это камера 360 обзор. Да, обзор 360. А, тут, по-моему, же можно еще крутить, да, крутить ее в разные стороны. Просто когда включаем поворотник, включается камера со стороны поворота, чтобы видеть препятствия там. 3D. Да, вид сверху получается у нас. Переключение здесь, то есть можно выбирать все режимы, принудительно заднюю камеру, переднюю камеру. Да, анимация прикольно сделана. Интересно. Клиренс 200. Наверное, этого достаточно, да? 200. Кроссоверы, хорошая цифра. Панорама большая. А как она открывается? Шторка открывается или это панорама создвигается? Шторка и отдельный люк. А, вон как. Ну, люк-то сейчас, наверное, смысла нет открывать. Ну, люк-то, да, лучше. Он примерзнет, наверное, уже. Примерзнет, не примерзнет, то снег на асфальт. Да. Да, панорама, конечно, большая, здоровая. Внушительных размеров на всю крышу. Как сзади жесткость? Не жестко, да? Ну, не как на подушке, но и не жестко. А машина-то в наличии, да, есть? Да, конечно. То есть не надо ничего ждать, там заказывать, там походу. Нет, наличие. Почему? Две комплектации есть, конечно, наличие. Какие есть программы, там, скидки, бонусы или еще что-нибудь? Ну, на ценнике увидели, что скидка, да, по 3D, ну, да, 10. По 3D. А, есть еще дополнительная скидка, если, допустим, приобретать автомобиль в кредит. А сколько? А, там индивидуально. То есть подаем заявку в кредит, смотрим, какие банки и на каких условиях вам одобрили, и подбираем вам уже индивидуальную скидку. А если за наличку брать? Нет, за наличку нет, только вот по 3D. А, то есть трейд-ин, скидка плюс кредит, скидка. Да. Ну, то есть, если ты, к примеру, взял в кредит, а через месяц закрыл его полностью, так тоже? Или это нужно договориться с банком? Можно, можно, то есть, но это в кредитном отделе, то есть, на потом зайти, они все расскажут. Могу где-то в чем-то обмануть. Я понял. Лучше с ними. Как раньше за наличку скидку сейчас уже не делают. Сейчас самое главное, чтобы кредит взять. Понятно. Там включается подогрев на центральном туннеле, там снизу клавиши есть, посмотрите. А, ниже. Ниже, чем у меня прям хорошо греет тоже. Да, ну камера, конечно, здесь интересно большая. Память сидений нету здесь, да? Память сидений есть. Где она? На сиденье его на самом нету, оно включается через мультимедиа. О, это очень сложно все получается. Да. Просто здесь такой нюанс есть. В китайской версии стоит камера. Она распознает водителя в лицо и подстраивается. Да? Но для России вот слева там на стойке, видите, выемка такая. Вот, и передней.
То есть, ну она там, вот да, здесь была. Должна стоять. В китайской версии, да, там она стоит. А, здесь ее нет. Так, сюда. Зеркало нормально. Поясничная поддержка, да, еще есть? Да. Сейчас она качается. Вы когда начинаете регулировать, он вам сразу... сохранить или да, не сохранить? Да, да, да. Нет. Здесь электро тоже или нет? Нет, механическая регулировка руля. Чего что-нибудь сэкономили на моторчиках? Так, как печки здесь регулируются? А, вот оно. А, температура регулируется. Не режим, а направление. Там, направление вот, вот здесь регулируется. Либо здесь, либо на экране. А, вот оно. Короче, ноги и валют в лицо. Понял. Это типа как в BMW. Все, поехали, да? А, вон какой селектор здесь. Так, D1 это нормально же, да? D это драйв, D1 это первая передача. Так, а D, ну, сюда, M, все. Просто он написал D1, я подумал, что это D1. Прикольно, конечно. Постоянно сюда будешь смотреть, наверное. D1 это первая передача. Он сейчас переключится, там что, там D2 будет писать? Надо, да. Покажет, прям будет показывать, на какую передачу там будет. А, все, понял. Кстати, проекция, Дим, проекция лучше. Кран тот имеешь, да? Лучше. А, мы да. На 300-м сейчас катались, ездили. Там проекция, она какая-то красненькая, прям мерцает, ее так плохо видно, и она постоянно отвлекает внимание. Здесь белая и четкая. Я прям хорошо вижу скорость и запас топлива видно. А ну и знак вот сейчас появился. 40. Знаки, 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 что... Да. Гораздо лучше. Мне здесь больше нравится. Чем там. Там не так. Там она прям раздражала. Но здесь, кстати, тоже есть под определенным углом. Видно? Она регулируется. А, ее регулируют? Да, можно? То есть можно регулировать по высоте. Да, значит, я сейчас просто знака 40 вижу так. Регулируется. Она не отключается? Можно отключить. Да. А то я постоянно еду как в мишень, смотрю в точку, вот, фокусирую. Не знаю, как привыкать к ней. То есть он отслеживает сзади, если идут пешеходы, если двигаются автомобили перпендикулярно. То есть он все это остановит. Да, он издаст звуковой сигнал и визуально покажет на камере. То есть, когда сзади включаете, у вас камера автоматически включится, визуально будет показывать там, что есть препятствия. Почти достали. Ремонт привода после отключения на все. Тормоза мягкие, нормальные, ну, в смысле, хорошие. А с виду-то смотри, выглядит как 300-й белый, видишь? Похож. Я думаю, слева можно объехать? А нет, там уже автобус. Там автобус уже идет. Пройдет, я сейчас назад немножечко там. Да я вижу машину там сзади, да? То мы, как говорится, не разъедемся здесь с Нефазом с этим. Хоть камера есть, но лучше смотреть ее как. Автомат? Или вы...
прямом проехать, там как раз вот участок вот, без асфальта. Как раз нормально. Где-то здесь маршрут у этих УАЗиков проходит, тоже они катаются. Один раз ездили, все равно в гору аж какую-то поднимались. На Патриоте. 200 миллиметров клиренс, но мы все равно чем-то цепанули. 200 как у тебя, наверное, да? Мелкие кочки тоже хорошо отрабатывают подвеска. Почти 400 крутящих моментов, это, мне кажется, вообще за глаза хватит. Для машины. Ну, 2 тонны. Это ничего страшного. Так, а здесь можно поворачиваться. Да, вот здесь в конце можно развернуться. Как раз по снегу проедем. Ну, мы же ее не засадим сейчас, мы проедем. Тут-то значит нет. Ну, что-то снег очищен. Тут и пятаки даже крутят. Помощники, тем более здесь всякие есть. Где заносы, опс. Чтобы послушать? Да, ну, радио там или как выбывается. Да, смотрите, можно регулировать на руле. На руле регулируется либо переключаем станции, либо звук. А, вот мод я нажимаю. Вот. А, звук просто вот. Так громко сейчас. Да. Это радио работает? Нет, это встроенная музыка, которая есть. А, это встроенная. Знаете, как это? Только потому, как ловить радио в данный момент. Ну да. Качество радио. Если, да, внешний носитель подключать, либо по Bluetooth телефон, либо... Звучит волна лучше. Звучит очень хорошо. Ну, Sony, тем более, да? На Ford Focus втором, помню, когда он только вышел, Ford Focus второй рестайлинг, вот там Sony стояла магнитола, музыка вообще качественно играла. Так что Sony они хорошо делают. Прямо? Да. Помогают помощники, антизанос сразу вырубается. Давление колес там высвечивается. Давление, температура в каждом колесе. На каждом колесе стоит датчик. А температура-то зачем? Уже мало ли, допустим, еще и компас, там, наверное, были. Компаса нету. Но датчики, они стоят прямо на... То есть он не по АБС смотрит давление, а конкретно на каждом диске стоит датчик. Это он очень подробно показывает. Давай. Сколько он потребляет вот заявленные характеристики расхода? Заявленные по городу будет 10,5-11. Это город. Трасса можно управиться в 7. Вот. Пока каких-то отзывов прямо таких вот от владельцев. Ну, мало. Просто автомобили еще продали не очень много, их порядка. Это вот машина продали. Прям вообще, которая в 2021 году в конце года вышла, да? Да, да. Но это не только со 2 декабря только продаваться стали. Чуть-чуть больше месяца. Да. Дизайн футуристичный, в принципе, интересно выглядит. Экраны, проекция, классно прорисовано, интересно. Это тоже информативно. Зато раньше было у китайских машин, они любители были везде синие, там зеленое, вот это напихать.
приборку, а здесь прям интересно, она меняется? Да, да. Там есть три вида дизайна приборной панели. Там спорт, наверное, какой-нибудь там. Ну, там красная, вот голубая и синяя. Нормальный оборот, 1600. Шумка, мне кажется, ну, относительно неплохо, можно и добавить. Шумка хорошая, единственное, ну как у любого фонаря практически, это арки колесные, да, спереди. То есть поставить по подтулке шумки и будет все хорошо. Да, двигателя не слышно, чисто арки зашумить, сзади зашумить, спереди. Посадка, удобное сиденье. Боковая поддержка тоже есть, отлично. Поясничная поддержка есть, поясничный подпор. Тоже ништяк. Лежачие хорошо проходят, прям мягко. Управление должно так стоять, парни. Это не те же самые, которые там попались на трассе. Катаются. Одна особенность — близкое расположение рычагов к этому рулю. Когда ты едешь, допустим, ну я не знаю, непривычно, как будто бы зацепляешься рукой, когда поворачиваешь специально. Вот рулевые лепестки тоже работают, да? Да. И ими прямо сейчас можно управлять, переключать. Либо да, переводить есть, нужно. Нет, вы можете прямо их начинать переключать, оно сразу автоматически переключится. Да, а, у нас тут не главная дорога. Он долго с ней ехал. Обратно в сторону поедем. А, мы не туда уехали, да? Ну да. Просто. Имитации есть, они, то есть вы их самостоятельно не включаете, то есть они включаются сами. Когда подрубается. Так, это мы ехали. А есть другой режим какой-нибудь? Есть. У него три режима: эко, нормал, спорт. Вот спорт надо поставить. Сейчас мы сейчас ехали в нормале. Нормале. Да. Эко там прям вообще, наверное, будет не динамичный, да? Ну да, он поспокойнее будет, чем нормал. Вот, режимы переключаются вот этой пальчик. Прямо на ходу можно переключить. Где обязательно? Давайте приветы. Привет. Спорт. Посмотрим, что за спорт. Работали, пока мы отдыхали. Да, да. Хотя можно было пропустить. Ну, и всех наших друзей. Отлично. Музыкальное сопровождение поворотника. Интересно. Не как наши релюшки на наших машинах. Еще у меня футбэн доставляет небольшой пакет круглосуточный. Да, по-другому чувствуется странно. В спорт-режиме он стал переключать быстрее. И обороты сам поднимает уже. Я иду так же, как ехал, но до 2000 поднимает. 1,8. Кстати, управление рулевое поменялось, прикинь. В спорте оно стало более жестче, так. Жесткое такое. Смотри, какое. Меняется отклик на педаль газа, сразу меняется. Ощущение меняется. Такое, как будто бы нагрузили налево передний сейчас. Привод. Значит, потом налево. Как будто бы крутящий момент дали больше на передний привод, и прям это чувствуется. Прям так, ты чувствуешь колеса передние. До этого практически не было ощущаемости. Сейчас чувствуется. На собранный становится. Робот, насколько надежный будет этот робот? Сейчас, в принципе, все делают. Но роботы последние 5 лет уже научились делать все. И раньше, допустим, там все жаловались на те же Volkswagen с их DSG-коробкой. Сейчас все с этим хорошо, делают хорошо. Здесь коробка от компании Getrag, немецкая компания, где очень многие делают производят коробки. Ну и гарантия здесь 7 лет. 7 лет. Никто такую гарантию не то дает. Гарантия на коробку 7 лет, то, что она не сломается. В том числе коробка, да, 7 лет. В том числе коробка. А как часто масло менять? Интервал ТО 10 тысяч. А в коробке коробка обслуживается каждые 60. То
Замена полная, замена масла, да? Коробка. Показывает, что это он. 60 тысяч это нормально. Автосалон УДМ. 10 тысяч. Она же тур, поэтому и 10 тысяч. Можно даже не 10, с учетом нашего русского климата. Тут даже не от того, что это тур был, просто гарантия большая. Что, да, это самая большая сейчас на рынке на российском. Производитель хочет немножко себя, грубо говоря, обезопасить, чтобы вовремя меняли все жидкости. Ну да. Вовремя автомобиль обслуживали, поэтому сделали ровно. Ну капот видно, что большой, прям такой массивный. Это чувствуется, панель далеко находится. Много машин продали? Берут? Ну, это не со 2 декабря продаются, продали где-то около 7 автомобилей таких. Все в Ижевск уехали? Нет, нет, приезжают, с Челнов ездят, с Перми приезжали за ними. Перми, ну тут видел, у всех дилеров разные немножко условия по покупке. Да. Если удобно, то задом. Задние машины нет, я сейчас ее просто. Ну тогда перейдем просто, я потом перепаркую. Да, я могу их пропустить, зайдем сейчас при этом. Ай, приезжай. Плохо видишь дорогу. Непривычно, что обычно автоматом крутишь там вперед-назад, тут рычажок. Так, это что он нам сигнализирует? А, то, что мы рядом с машиной. Мертвая зона показывает, да, что ты Да, мертвая зона тоже хорошо сигналит. Вообще нормально. Нормально? Угу. Так, и фарт.